христианских церквей, что и Дух Святой писал четко, конкретнее говорит: я хочу поднимать вас, то есть и меня, и вас, на новый уровень. Я вам показываю, но ты будь очень внимательный. Последняя евангелизация, я тебе показал, что я с вами. Я не силен для вас, но я силен в вас. Ты видел изгнание беса? Да, видел. Вот это я хочу сделать здесь. Поэтому, возможно, нам придется вот это все программы наши церковные, ну, немножко и в сторону брать. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы проповедовали Евангелие и посвидетельствовали Слову благодати. Я верю, что Он будет творить чудеса и знамения. И Он просто проговорил, вспомнишь, как ты работал над этой темой, которую тебе положил в сердце. Это сей род. Это тот род, который мы с вами живем сегодня. Он лукавый, развращенный, неверный и какой? Прелюбодейный. И он не будет стоять, он изгоняется. Он изгоняется постом и молитвой. Аминь.